Здравствуйте! Это технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и с вами я, Виктор Леонидов. Когда мы выбираем уютный домик в деревне или квартиру в городе, офис, то основным из критериев выбора является прекрасный вид из окна. Не правда ли? Ведь прекрасно, проснувшись утром, наблюдать картину суетливо пробуждающегося мегаполиса или картину медленно пробуждающейся природы, которая задаст нам позитивный заряд на весь грядущий день. Для любителей созерцать увлекательный мир вокруг нас существует великолепный инструмент – подзорная труба. Вот мы сегодня и рассмотрим изделие от фирмы «Целестрон» – подзорную трубу «Ультимум 65», которую мы изъяли из этой коробки, и нейлонового чехла, который можно переносить при любой погоде. Упаковка подзорной трубы прочная и красивая. Она вполне подойдет даже в качестве подарочной. Внутри нее находится плотный чехол из водоотталкивающего материала, который прекрасно защитит трубу от внешних воздействий. Кстати, чехол позволяет хранить трубу вместе с накрученным окуляром. В отдельном чехле с карабином находится пластиковый бочонок с комплектным зум-окуляром. Именно он и обеспечивает увеличение в диапазоне от 18 до 55 крат. Комплект также имеет Т-адаптер для установки зеркальных фотокамер через Т-кольцо. Для этого на окуляре надо снять резиновый наглазник и накрутить Т-адаптер. Добравшись до самой трубы, мы держим в руках по-настоящему качественное изделие. Несмотря на то, что 65-я модель младшая в линейке, все особенности серии Ultima ей присущи. Это качественное многослойное покрытие всех поверхностей, аккуратные швы и соединения, отсутствие каких-либо люфтов. Прочный водонепроницаемый корпус из металлического сплава покрыт приятным на ощупь защитным резиновым покрытием. Крышка объектива выполнена по типу тех, которыми комплектуются объективы зеркальных фотоаппаратов. Она имеет две клипсы и надежно фиксируется. Отдельной похвалы заслуживает механизм фокусировки. Он работает безукоризненно, плавно, не имеет лишних подвижек при смене направления вращения. Благодаря чему навести на резкость даже на максимальном увеличении очень просто. Корпус трубы имеет резиновый наплыв в виде небольшой трубки, которая используется как прицел. Основание корпуса оснащено надежным башмаком для установки на фотоштатив. Помимо всех конструктивных особенностей, чудесное впечатление оставляет современный дизайн корпуса. Производитель ушел от скучных и примитивных форм корпуса и добавил несколько динамичных линий и обводов, добился очень приятного внешнего вида. Качество изображения, построенное трубой, радует четкостью, хорошим контрастом и естественной цветопередачей. Некоторые артефакты картинки проявляют себя в основном на большом увеличении, а в длине всего диапазона регулировки они сильно не досаждают. Изученная нами труба является результатом качественной сборки, отличной оптики и интересной комплектации, в которую входит нейлоновый футляр с наплечным ремнем, который легко набрасывается на плечо. В минуту первого знакомства и наблюдения совершенно забываешь об эргономике, поскольку в этом плане, в данном изделии, все выполнено прекрасно. В частности, угол излома окуляра составляет 45 градусов, что позволяет находиться наблюдателю в совершенно естественном положении. Будь то наблюдение за живой природой, зверьми, птицами, городским пейзажем, соседними окнами, людьми, автомобилями или звездами и луной, в любом случае труба Целестрон Ultima 65 будет отличным спутником для любого наблюдателя. Что же можно покритиковать в данном устройстве? Ну, по всей видимости, то, что в данном комплекте отсутствует даже самый простой настольный штатив. Видимо, инженеры и маркетологи от фирмы Целестрон
Подумали, что потребитель прежде всего оценит прекрасное качество оптики. И подумав, не пожадничает купить хороший фото- или видеоштатив. С вами была лаборатория «Стаскоп». До скорой встречи в нашем магазине.